Многопрофильный медицинский центр имени профессора Швальбы находится в Шереметьевском квартале стройпромсервиса. Новейшее оборудование и лучшие специалисты помогут как в лечении, так и в диагностике самых разных заболеваний. Помимо приема врачей-специалистов, здесь работает современная операционная с дневным стационаром. Специалисты, которые у нас залицензированы, это практически весь спектр амбулаторной и хирургической помощи, направлен именно на то, чтобы выполнять оперативные вмешательства. Мы можем проводить операции по сосудистой хирургии, их сделано порядка 40 уже. Мы можем проводить пластические операции. Сейчас мы начали блефаропластику, порядка 10 операций уже сделано. Сосудистый хирург Ирина Рудакова в профессии более 8 лет. Она уверена, современная операционная дает возможности проводить самые разные оперативные вмешательства. В рамках данной операционной мы владеем практически полным спектром операций на сосудах верхних, нижних конечностей. Постоянно расширяем этот спектр, докупается новое оборудование, мы проходим постоянную сертификацию, обучение, то есть мы развиваемся, мы не стоим на месте. Если требуется какое-то оперативное вмешательство, я думаю, что мы можем практически все здесь выполнить. Невролог, уролог, офтальмолог, гинеколог, сосудистый хирург – это далеко не весь список специалистов, которые принимают в многопрофильном медицинском центре имени профессора Швальба. Здесь уверены, несмотря на новейшие разработки и современное оборудование, главное – все же люди, которые спасают жизнь, ставят на ноги и дарят надежду. Самое главное, чтобы специалисты, которые работают на этом оборудовании, в этом коллективе, были хорошего, высокого класса. Поэтому мы стараемся врачей набрать лучших, которые есть в Рязани. Соответственно, пластический хирург у нас оперирует. Главный пластический хирург Рязани Иванов Владислав Валерьевич. Хирурги у нас оперируют из сосудистого кардиодиспансера практически все во главе с заведующим отделением. В ближайшее время в клинике появится лор-операционная. В планах также проводить колоноскопию, кольпоскопию под лечебным сном. Помимо врачей-специалистов здесь работает врач-косметолог и массажист. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».